Да. Здравствуйте. Подскажите, как вас зовут? Меня зовут Пустынников Андрей Кириллович. Откуда вы к нам приехали? Практически не приехал, из Петербурга. Мы с вами земляки, здорово. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от нашего мероприятия. Впечатления вполне положительные. Давно, так сказать, назревшая актуальная тема по атрофии десны, по ее по недостатку в области рецессии, в области имплантатов. Поэтому я получил ответы на многие свои вопросы. Практически организовано было, почти безупречно. Немножко логистика страдала в плане перемещения из зала в зал, но тут справедливость должна торжествовать. Все должны быть в одинаковых условиях. Лекторы хорошие и очень доходчиво и увлеченно рассказывают. В общем, вам все понравилось, и вы довольны. Вот такие в основном впечатления. Да. Да, спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Если там, я иногда делаю, ты же с одного конца захожу до другого.